ожидал встретить тебя здесь. Я не вырежу. И не надейся от меня скрыться. Богатая скотина. Где ты рядом? Разделимся. Не уверен, что... Так меньше шансов попасться. Ну да, пожалуй. Встречаемся внутри. Если увидишь Жермена, убей. Жермен выстроил настоящую крепость. Так просто не попасть. А ну стой на месте! Thank you.
Гражданин, задержись. Вот ты где. Черт, монархист. Стой! Послушай, гражданин. Все кишки тебе в мозгу. Помаленьку. Из вас, черт, гарантисты. Глупо делать. Не останови революцию! Она тебя раздавит! Хватит ему плеса! Атакуем! На куски рожу! Чёртов предатель! Я все кишки тебе выпущу! Чёртовы модели! Что за черт? Блин, что? Хотели отсидеться? Отрежьте ему путь! Трус! Прими смерть, как мужчина! Я тебя вскрою, Мадерей!
Что это было? Итак, возвращение блудного ассасина. Я так и подумал, когда Латуш перестал присылать мне деньги. Только время трачу. Вы мне изрядно надоели. Боже, что-то ты совсем сдаешь. Как? Что? Чего стесняешься? Черт, предатель! Я все кишки тебе выпущу! От меня... Тебе не а вот и ты! Что это было? Элиза! Мадемуазель Долосер здесь. Какая чудная встреча. Спрячься и пусть говорит. Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. Хороша широта взгляда. От меня бесполезно прятаться. Слушайте! Власть? Нет. Ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Чему тебе только отец учил? Орден стал слишком самодоволен. Веками нас интересовали только лишь внешние атрибуты власти. Нелепо! Боже, что-то ты совсем сдаешь. Веками...
цеплялись за атрибуты власти, что... Вы так цеплялись за атрибуты власти, что позабыли свою цель. Мы погрязли в той лжи, что сами плели для черни. Только время трачу. Мне тебя жаль! Мы погрязли в той лжи, что сами плели для черни. Никогда не пробьет, если у Франсуа де Лассера нет сына ней. Будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. Хороша широта взглядов. Власть? Нет. Ты же умный. Нелепо. Власть? Нет. Ты же умная девушка. Власть. Боже, что-то ты совсем сдаешь. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Чему? Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сына ней, некому будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. Хороша широта взглядов. Власть? Только время трачу. Власть? Нет. Ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Чему тебя только отец учил? Нелепо! Орден стал слишком самодоволен. Веками нас интересовали только лишь внешние атрибуты власти. Титулы, чины, церковные и светские должности. Мы погрязли в той лжи, что сами плели для черни. Я убью вас! Прячься сколько хочешь. Все равно найду. Ты... И что с того? Только время тратил. Ты не слушаешь? Моя смерть ничего не значит. Когда старый мир рухнет... Нелепо! Революция заставит орден измениться. Ну что? Революция заставит орден измениться. Тамплиеры уйдут в тень и снова станут тайными владыками, как всегда было. Ты, боже, что-то ты совсем сдаешь. Тамплиеры уйдут в тень. Так что убей меня, если сможешь. Я уже победил. Тебе не уйти, мальчик. Нелепо! Я уже победил. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сына ней, некому будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. Хороша широта взглядов. Власть? Нет. Ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Ничто тебя не спасет. И что с того? Почему тебя только отец учил? Боже, что-то ты совсем... Чему тебя только отец учил? Орден стал слишком самодоволен. Веками нас интересовали только лишь внешние атрибуты власти. Титулы, чины, церковные и светские должности. Мы погрязли в той лжи, что сами плели для черни. От меня бесполезно прятаться. Ты думаешь этим чего-то добиться? Революция заставит орден измениться. Тамплиеры уйдут в тень и снова станут тайными владыками, как всегда было. Прячься сколько хочешь, все равно найду.
Так что убей меня, если сможешь. Я уже победил. Ничто тебя не спасет. Надо действовать вместе. Мне надоело ждать. Его защиту не пробить. Надо действовать вместе. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассеры нет сыновей, некому будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Нелепо. Жажда власти. Хороша широта взглядов. Власть? Нет-нет-нет-нет, ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Чему тебя только отец учил? Орден стал слишком самодоволен. Ты не уйдешь! Попался, ассасин! Только время трачу. Веками на... Мы цеплялись за атрибуты власти, что... Мы так цеплялись за атрибуты власти, что позабыли свою цель! Мы погрязли в той лжи, что сами плели для черни. Тебе не уйти, мальчик. Я убью вас. Ты думаешь этим чего-то добиться? Революция заставит орден измениться. Ничто тебя не спасет. Боже, что-то ты совсем сдаешь. Тамплиеры уйдут в тень и снова станут тайными владыками, как всегда было. Ты не уйдешь. Так что убей меня, если сможешь. Нелепо. Так что убей меня. Если сможешь. Я уже победил. От меня бесполезно прятаться. Надо действовать вместе. Прячься сколько хочешь. Все равно найду. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассеры нет сыновей, некому будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти. Хороша широта взглядов. Власть? Нет-нет-нет-нет, ты же умная девушка. Власть тут ни при чем. Самое главное — контроль. Тебе не уйти, мальчик. Вот ты! Чему тебя только отец учил? Орден стал слишком самодоволен. Только время трачу. Мы так цеплялись за атрибуты власти, что... Попался! Мы так цеплялись за атрибуты власти, что позабыли свою цель. Мы погрязли в той лжи, что сами плели для черни. От меня бесполезно прятаться. Я убью вас. Ты думаешь этим чего-то добиться? Революция заставит орден измениться. Ты не уйдешь.
похоже, что-то ты совсем сдаешь. Тамплиеры уйдут в тень и снова станут тайными владыками, как всегда было. Прячься сколько хочешь, все равно найду. Убей меня. Утоли жажду мести. Давай. Ничто тебя не спасет. Победа уже моя. Его защиту не пробить. Тебе не надо уйти, действовать мальчик. Вместе. Ты не уйдешь. Ну что? Арно! Я застрял. Он уходит. Стой, я почти. Я справлюсь. Нельзя, одной нельзя. Жди меня. Прости. Элиза! 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 Элиза, нет! Злодеи повержены. Именно так ты представлял себе эту сцену, да? Но меня здесь нет. Впрочем, нет и там. Сейчас я истекаю кровью на полу храма. Но, видимо, отец понимания решил дать нам время поговорить. О, это мой любимый момент. Ведь я тогда не понимал сути своих видений. Башни из золота и города, сияющие серебром. Я думал, что схожу с ума. Но затем попал сюда, в склеп де Мале. Тексты мне все объяснили. Объяснили что? То, что я как-то связан с ним, с Жаком де Мале. Что я был избран, дабы очистить орден от упадка и разврата, пронизавших его.
а затем очистить мир и возродить его в правде Отца понимания. Не похоже, чтобы ты преуспел. Современники редко ценят пророков. Изгнание заставило меня пересмотреть свои методы. Цель осталась прежней, изменились лишь средства. И цена не важна. Новый порядок – неизбежная смерть старого. А если люди будут бояться свободы, тем лучше. Хаос напомнит им, что они созданы для послушания. Здесь мы расстаемся. Подумай. Поступь прогресса неспешна, но неумолима, как ледник. Ты всего лишь чуть-чуть задержал неизбежное. Одна смерть не остановит прилив. И пусть не моя рука направит человечество обратно на верный путь, но это сделает. Помни об этом, когда будешь думать о ней. Кредо Братства Ассасинов всегда учило нас тому, что все дозволено. И я думал, мы можем делать все, что хотим. Отстаивать идеалы любой ценой. Теперь я понял. Это не разрешение, это предупреждение. Идеалы слишком легко могут стать догмой, а догма станет фанатизмом. Над нами нет никакого высшего суда. Нет сурового божества, что будет карать нас за наши грехи. В итоге, только мы сами стражи своим страстям. Лишь нам решать, не слишком ли дорога цена нашего пути. Мы считаем себя избавителями, спасителями, мстителями. Ведем кровавую войну против них, всех тех, кто против нас. Мечтаем оставить свой след в мире. Даже отдавая жизни в боях, о которых никогда не напишут в учебниках истории. Наша суть и наши поступки – начало и конец. В нас самих.
Боже мой, глазам своим не верю. Арно выиграл битву за 200 лет до начала. Браво, друг. Едва ли Абстерго станет искать в катакомбах Жермена. Кости уже слишком повреждены. С этим мудрецом покончено. Ты отлично поработал. А пока продолжай разыскивать в памяти Арно любые обрывки данных. Все, что он мог увидеть. Исторические факты, образцы ДНК. Все, что есть. Свяжемся, когда ты будешь нужен. Жди.